Но я думаю, эта машина нечто намного больше. Это машина времени. В моей голове сейчас не Топ Гир. И это не 2011 год. Это 1972. У меня огромные усы, и я звезда нового детективного сериала. Клевая тачка. Качни головой. Я бы качнул, если бы ты не коснулся. Я так и ударил. Ты как будто прихлопнул вон ту муху. Это было отстойно. Ты видел это? Да, это было отстойно. Мы не можем просто делать вид, что мы бьем друг друга, нам нужен сценарий. Кстати, клевая тачка. Разве это не лучше всего на свете? Мы должны во всем разобраться. Тогда мы отлучились вот в Топ Гир, чтобы спланировать наше шоу, посвященное перехватчику. Почему бы нам просто не сделать заставку? Это отличная идея, потому что это показывает нам цельную картину, так сказать, ее атмосферу. Точно. Они всегда очень короткие, и в конце все замирают. Да, точно. И все поворачиваются вот да. так. И кто-нибудь ударяет ребром ладони, как в карате. Там всегда есть карате, перестрелки, погони. Взрывы. И потом там никогда не было крови. В людей стреляли постоянно. Прямо в упор. В упор, но у них никогда не текла кровь. Все, что имело кнопку и лампочку, было просто огромным. Девушки, помните этот момент из «Мастера уговоров»? Роджер Мур и Тони Кёртис шагают вперед, девушка в бикини без причины идет между ними, и они оба делают так. Что хорошо в ударах карате, так это то, что там нет крови. Потому что кровь вовсе не нужна, большая перестрелка, а крови нет. Удар карате никакой крови, ты просто падешь. Это карате. Они ты есть во всех фильмах. Прием карате. Они есть во всех фильмах. Ты должен быть мастер карате. Ты выходишь из машины, делаешь да. карате. Это был мастер карате.